Привет, это ICT News и наша подборка новостей. Валерий Гергиев стал гостем вечернего Урганта на Первом канале. В интервью маэстро рассказал, почему его не хотели брать в музыкальную школу, где он любил играть в футбол во Владикавказе, как бы поступил на месте Станислава Черчесова и многое другое. Вас в детстве не хотели брать в музыкальную школу? Они ошиблись. Давайте назовем их имена. Давайте отомстим им наконец-то. Больше половины россиян не уйдут в отпуск этим летом. Из них около 30% по причине недавнего трудоустройства, 15% в силу отсутствия финансовых возможностей. Больше года в отпуске не были 16% россиян, а 9% респондентов не отдыхали более 5 лет. В следующем году вокруг Владикавказа начнут строить объездную дорогу. До конца 2019 года специалисты закончат работу с документацией. Строительство объезда продлится не менее 3 лет и позволит увеличить пропускную способность дороги, ведущей КПП Верхний Ларс. Это все главные новости на сайте osetia.news.